С вами Инна Стан, в эфире программа News Time. Прямо сейчас мы расскажем о самых интересных событиях шоу-бизнеса. News Time. Лена Катина выпустила новый альбом. Пластинка «Моно» является первой русскоязычной работой экс-участницы группы «Тату». Подробности смотрите в одном из будущих выпусков News Time. News Time. Участник группы Backstreet Boys Брайан Литтрелл построил несанкционированную вертолетную площадку. Также власти города Милтон обвиняют певца в незаконном проведении вечеринок у себя на вилле в Джорджии. News Time. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. Тайное стало явным. Уже несколько месяцев немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokyo Hotel Том Каулиц – законные муж и жена. По слухам, они тайно обручились еще в феврале, однако известно об этом стало лишь сейчас. Как только мы познакомились, я почувствовала, будто мы должны пожениться. Это было странно. Я не думала, что еще когда-нибудь кому-то скажу «да». Но шестое чувство многим подсказывало, что история любви этой парочки должна быть похожа на сказку. Я всегда хотела быть Фионой, но у меня не было Шрека. И вот накануне Хэллоуина я спросила Тома: «Ты будешь моим Шреком?» И он ответил мне: «Да». Шрек не заставил принцессу долго ждать, и вскоре Хайди похвасталась своим обручальным кольцом. Предложение руки и сердца Том Каулиц сделал спустя около года отношений. И несмотря на то, что невеста старше на 17 лет, Тома это не смущает. Его экс-супруге было тоже за 30. Ну а для Хайди это уже третий брак. Одним из супругов модели был британский певец Сил. Однажды я пришла на вечеринку, на которую идти вообще не хотела. Среди гостей был и Том. Там мы познакомились и начали встречаться. Кстати, впервые у меня случился роман с немцем. Вскоре парочка отправилась отдыхать на остров Капри. Кстати, по слухам, там же молодожены и собираются отметить свою свадьбу на 100 человек. Все остальные подробности пока держатся в тайне. Ведь, как известно, счастье любит тишину. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели программу News Time. С вами была Инна Стан. Пока. News Time.